Смотрим, по какому персонажу. Средняя боль, рваная рана, в принципе, вообще на изи. Кровотечение смерти через 16 часов. Но вот это плохо. Пельмень, так, слушай мой приказ. Тоже здесь поставить спальный мешок. Сделать его медчастью. Так, бросай, она тебе не пригодится, а вот человек, он тебе поможет. Ты что сейчас делаешь? Ага. И спасаешь, замечательно. Ты кто у нас такой? По персоне горняк, вообще замечательный горняк. По медицине девяточка, он умный, но строить не умеет. Ремесленник хороший, в принципе, хороший человек, прям замечательный геолог. Если пельмень успеет его спасти, будет замечательно. Пельмень, беги! И очень долго бежишь, пельмень. Так, нет. А, лечи. Лечи. Так, здоровье. Запрети ему все и лечи его как есть. Так, пельмень, иди сюда. Стой. Ты сможешь срезать? Сруби. Если сейчас выпадет аптечка, будет замечательно. Ага. Здоровье. Аптечка. Лечить. Возьми. Пельмень, ты чё такой дукой? Так, сейчас. Ты можешь сейчас лечить. Вот это вот. Так. Тугой пельмень. Возьми сейчас эту область. Это склад, на котором все можно не носить. То есть это официально наше. И официально ты можешь его не раздеть, а лечить. Да, наконец-то наш пельмень догадался, что его все-таки можно лечить. Спальное место у нас хотя бы здесь, вот под крышей, думаю, в принципе пригодится. И перенесем сюда его. Назначим открывать. И вперед его спасти. Я не думаю, что. Я не вижу смысла его захватывать, потому что мы его просто не захватим. Почему я так думаю? Потому что он у нас пельмень неразговорчивый, он не умеет общаться. У нас пельмень вообще не спал, да? Да, он у нас не отдыхал, он не спал. Да что ты делаешь? Если сейчас, я так понимаю, нас зад... Ага, и аптечку нам дали, класс. Но пельмень у нас не спал, и поэтому... Ты сможешь все? Давай, пельмень. Последний рывок, давай разделывай нашу тушу, потому что она может пропасть. Перенеси сразу, да, сюда, и все. Ты можешь отправиться спать, если я тебе не назначу? Нет, не можешь. Потому что пельмень у нас всю ночь не спал, я думаю, это как-то проблематично на нем скажется. Троечку поставлю и иди занимайся учебным процессом, то есть учись. Если к нам Скотт присоединится, в принципе, то это будет очень замечательно. Если нет, так нет, в принципе, я ничего не потеряю особого. Хотя, так, то есть сделаем сейчас. И надень. Все замечательно. Покорми его. А, левая нога. Заражение. Это плохо. Это плохо. Так, у нас тут было где-то лекарство недалеко. Хотя бы такое, пельмени перенеси. Заражение это плохо, очень даже плохо. Пельмени предлагает дать имя вашей фракции, как вы ее назовете. Без разницы, мне вообще пофиг. Пополнение. Так, кто ты такой? Где ты есть? Закрыть. Почет по здоровью. Торс. Шрам небольшой, это неплохо. Изношенная одежда, это неплохо. А он неплохой такой чувак. Он по медицине и сейчас может, если что, спасти нашего человечка. В принципе, меня ты устраиваешь, поэтому добро пожаловать в колонию. Так, сразу тебе по работе копируем, вставляем. По работе у нас ты будешь... Что у тебя сейчас? Нам надо посмотреть по персоне. У нас у тебя умственность труд 7, у тебя пятерочка. Я думаю, ты сможешь заниматься. Ты же сможешь заниматься. Что у тебя по персоне? А у тебя садоводство, растениеводство 1, единичка, блин, плохо. Ну ладно, ничего не попишешь, ты будешь собирать у нас потом. Пожалуй, я тебя назначу ученым, а пельмень пока у нас будет заниматься тем, что будет расстраивать у нас здание. Пока у нас изучает наш Рисан. У Рисана даже есть револьвер, охренеть. Так, давай еще Рисану я поставлю назор на единичку и врач на единичку, да. А также ты брось револьвер.
У тебя даже еда с собой была, охренеть. Замечательно. И теперь стала такая небольшая дилемма. Нам придется ему устроить кровать. Ну, думаю, кровать ему построим, это не проблема. Пельмень, займись этим. А, пельмень, пельмень. А ты его спасти не можешь, что ли? Ну да, два дня не спать подряд, и я тебя переутомил, но ничего страшного, думаю, все с каждым случается. Что у тебя по заражению? Эффективность 74, лечение. Рвана рана 7068, замечательно, она закрывается, иммунитет выработан 27, а заражение 24. Я думаю, провести ему операцию, только как бы вспомнить, как бы она проводится. Я думаю, у нас, как Рисана, основным ученым не будет. Я думаю, здесь поставить небольшой столик и уже начать вовсю у нас перерабатывать, то есть начать готовить крушение капсулы. Перейти к месту. Еще одна. Лен. Так, у нас кто ты такая? Строитель хороший и ремесленник, в принципе, тоже подойдет. По персоне, домосед. Пиромания, красота, домосед. И по общению нам тоже будет хорошо. Ну чё ж тебе. По нужным. Угу. Колотый рано левое ухо. Не опасное кровотечение. Постройка. Думаю, помедлили построить кровать. Нам такое ощущение, что так и говорят, типа, эй, вперед и растите наших новых колонистов. Думаю, спасти эту нашу новую сожительницу. Я вижу, что качество еды тебе не нравится, но тем не менее ничего с этим поделать не могу. Хотя. Если сделать небольшую пристройку здесь, то в принципе можно поделать кое-что. Допустим, вот так вот два блока. И я здесь сейчас собираюсь построить обычную кухню, как ни странно. Надо бы запретить сюда гнилье таскать. Вот, разрешить гнилье. А тут приказы, область, скажем, небольшую такую область сделаем. А тут туши людей, туши животных и разрешить гнилье. А, пожалуй, я поставлю сейчас приоритет носильщикой пельменю, потому что нужно будет всю еду перенести, взять, и чтобы помочь нашим восстановиться. Ага, ты у нас что? Идет здоровье. А, все, ты иммунитет получил, и все, ты, получается, уходишь, да? Ах ты, зараза такая. Ну, ладно, беги. Что я тебе могу? Я тебе ничего не сделаю. Беги, надеюсь, меня... скажет спасибо фракции, которой ты належишь. Какая у тебя фракция? Надеюсь, какая-нибудь важная. Я вот думаю о том, чтобы эту пуму, которая у нас тут бегает, все-таки задавить как-нибудь. Так, вот. Ага, замечательно. Так, теперь. Пельмень, разделай тушу. Давай быстрее разделывай тушу, пока у нас есть такая возможность. Пока есть возможность, надо разделать эту тушу, чтобы она не сгнила раньше времени. Замечательно. Теперь у нас есть хотя бы какая-нибудь еда. Гул, прекратився, это классно. Так, а что у нас по здоровью у тебя? Трещина в позвоночнике. В принципе, это плохо. Средняя боль. Но думаю, ты поправишься. Что у тебя по нужному? Сытость. А, ну тебя он покормит, если что. В принципе, я думаю, сейчас можно сохраниться. Как-нибудь перезаписать сохранение. И можно попробовать завалить индейку. Особой нужды в этом нет, но тем не менее, я думаю, это принесет некую пользу. Вставай сюда, вставай сюда. Можешь атаковать? Все замечательно, ты мертв. И все замечательно. Так, ты ее разделай сейчас, и все будет хорошо. А скаут, что? Это тот самый геолог. А чё у тебя с... у тебя всё плохо. Да. Ты по здоровью что? Просто вырубим, да? А, нет, ты не умрёшь, но всё равно. Придётся тебя спасать, дружок, чё ж теперь. Да, опять пельмень не выспится у нас, и будет печально на самом деле это. Ну ничего поделать нельзя. Будем спасать нашего бедного геолога, который несчастный. С виду у нас катастрофические на самом деле проблемы, и я даже не знаю, что делать. Есть тут вот небольшие леса, которые пельмень может сейчас выкопать, но я сомневаюсь, что это поможет очень сильно, прям так уж
с едой. Также вот у нас небольшие кустики, которые можно вырубить. И вот еще кустик. Пельмень, давай вперед, вырубай, потому что это необходимо. Вот еще кустик. Чего ты не вырубаешь ничего? Гроза? Охренеть. О-о-о, плохо. Так, давайте вы будете первыми пожарными, окей? Главное, чтобы сейчас деревянные постройки не сгорели. Так, области, домашняя область, вот так вот еще захватим, потому что это все необходимо будет потушить в срочном порядке. Тушите, давайте быстрее. Не надо, чтобы это все сгорело. Так, у нас развлечение. Палочка сломалась, но мы ничего не построим. Так, давайте сейчас мы это все потушим по-быстрому. Крушение капсулы, что? Да, так, чего у тебя по здоровью? Смерть 11 часов. Плохо. Так. Думаю, построить тут спальное место. Значит, сегодня лечебная кровать. Рисан, иди спасай. Пельмень, туши пока пожар. Тут он, в принципе, наши постройки пока не особо не трогает. Иди спасай ее быстрее. Так, замечательно. Так, тебе поставим теперь здоровье без медикаментов. Так, без медикаментов. И лечить сможешь? Ага, замечательно. Что по здоровью? Ага, неопасное кровотечение. Так, теперь убираем это. Теперь мы идем сюда. Проекты. Мебель, спальное место, лечебная кровать. И спасаю ее. Да, этот пожар, конечно, знатный. Он пожег все леса в округе, это очень плохо. Так, область. Уменьши домашнюю область. Вот это вот уже не домашняя область. Придется эта домашняя область туши. Вот это вот тогда тушу и все. Резк легкого нервного срыва. Я понимаю то, что у пельменя нервный срыв, все дела. Ага, замечательно. Теперь мы можем готовить еду. Приготовить простое блюдо, делать до X штук. Думаю, до 5 штук хватит нам. По сути, нам троих хватит. Вот. И работу будет, наверное, поваром от он. На втором месте, но пока ты ученый в приоритете. Я понимаю, что пожар, ничего сделать не смогу с этим. Пожар, но не есть пожар. Хотя, вот это вот желательно бы потушить, вот эту часть. Давайте вы подорветесь и будете тушить, окей? Потому что пожары я не люблю особо. Никто их любит. Тем более, что такая большая температура. Да, вы избегаете, классно. Я вас лечу, а вы избегаете. Вы молодцы, конечно. Так, вставай. Потому что тебя сейчас замуруют пожаром и все. Самое, знаете, что плохое? То, что у нас вся еда выгорела при этом. Тут 64% роста, мы не успеваем. Пельмень, ты иди собирай урожайность. А, дождь пошел вовремя. Срубить, срубить, срубить. Потому что еды у нас крайне нету. Срубить. Срубить. Еды у нас очень нету. И придется, наверное, сейчас идти вдвоем охотиться. Давай я все-таки тебе поставлю ученый до 2 и готовку на 1. Потому что нужны нам все-таки еда. И поэтому как-то таким вот образом. Будем хотя бы немножко экономить еду. Да, ты идешь кормить, классно. Классно ты придумал. Еды у нас совсем нету, это очень плохо. Я думаю, сейчас пойти вам вдвоем режим охоты и пойти бить кабанчиков. Потому что их тут довольно много, и думаю, вдвоем вы с ними справитесь. Хотя бы парочку, если застрелить, то будет классно. Один есть. Все замечательно. Пельмень сейчас их перенесет. А я могу тебе назначить разделывать туши? Да, разделывать туши. Потому что чем быстрее мы это сделаем, чем меньше у нас останется здесь животных, тем будет лучше. Потому что мы сможем сохранить ресурсы, и они не смогут гнить. Отдыхай, да. Ну, я так понимаю, мы всех разделали и сейчас готовить.
У нас дерево кончилось. Охренеть, я не ожидал такого поворота. Предлагаю вот здесь вот... Да, тут все выгорело. И вот здесь вот хотя бы 10 на 10 вот такую вот засадить тут. Скажем... У нас не изучено. Вращение деревьев у нас не изучено, поэтому толку нет особого. Придется рубить. Срубить то, что здесь есть. Сгорело, мы никак не сможем срубить. То, что вот здесь вот у нас есть, предлагаю срубить. Хотя бы как-то. Чтобы хотя бы дерево было. Вы, конечно, молодцы. Давайте вы к колонии будете присоединяться. Я вас лечу все-таки. Из капсулы вы приземляетесь, понимаете ли. Тем временем я доделываю из древесины себе комнатушку, где я буду готовить, думаю. Срочно, срочно, пельмень, срочно, вот это вот, давай быстрее пельмешку, нет, пельмень, вот это вот, пельмень, срочно, вот это вот, вот это вот, и вот это вот руби, срочно вот эту поставь, потому что она не будет, все замечательно, потому что вот это вот у нас комнатушка не охлаждалась, это очень плохо. Что у тебя по здоровью? У нас сильные раны, но не критично, жить будешь. А теперь у нас дерево есть, и это замечательно. Предлагаю расширить немного посадки, хотя бы до такого уровня. Посадки лишними никогда не будут. Если они будут, то это будет замечательно. С временем прошел еще один день, и мы ждем, если там хозяйка нам сможет присоединиться или нет. Еда у нас пока есть, ее очень мало на самом деле, но что, если я с этим ничего поделать не могу, могу еще раз пойти на охоту. Вот компанчика надо завести с собой. Пель, давай ты с ручником, короче, пойдешь и сделаешь тушу кабанчика. Потому что он нам все-таки нужен. Индюка мы просрали. Ну что ж, теперь сделаем. Делать больше нечего, и просрали так просрали. А, кто-то проходит мимо, это классно. Тут буффало есть, тут очень много всякой жидности. А, зайчиху ты несешь, замечательно все-таки. Если она сможет нам присоединиться, будет классно. Смотрим, что по нуждем. Сон на жаре. То есть ты в сознании, как понимаю, да? Отдыхает. Она просто отдыхает, да? Лежит, живет за насчет, просто отдыхает и нормально ей. Ты ее офигел кормить. Обычными блюдами. У нас и так еды нет. Давайте. Еда это шикарная. Еды нет, да. Печально на самом деле. Печаль, беда. Делать ничего не могу с этим. Просто нет еды. Я предлагаю вот этот стол со стулом. Хотя пускай там работает. Предлагаю просто здесь вот построить мебель. Стол какой-нибудь обычный и стул, потому что они тут очень часто зависают. И они нам пригодятся. И лампу какую-нибудь обыкновенную. Просто чтобы было. Пока энергия у нас в достатке, я думаю, с этим проблем вообще никаких возникнуть не должно. И... Так, вот это плохо. И теперь смотрим. Агрессивные животные. Одна белка? Одна белка, так одна белка. Агрессивные, говоришь, значит агрессивные. Я что, спорить не буду. Так, перец, вставай сюда. А, Ричи, вставай сюда, за деревом, прежде. Где эта белка? Ага, вижу ее. Ричи, вставай сюда. Перемешка. Беги сюда. Убегай, пельмень. Ладно. Атакуй ее. Все замечательно. Пельмень, отдыхай до выздоровления. А, съешь. Да, конечно, съешь простое блюдо. Ты разделай белку. Да, понимаю, я вас разбудил не свет, не заря, тем не менее, вам нужно сейчас поработать будет. И залечи пельмешку. Что у нее там было? А, рваные раны, в принципе, кровотечение не опасное, но может остаться шрам. А, отправил вам сообщение, он говорит, что на этой планете... Там... Ага, сейчас. Немножко вставай, не бездельничай, иди работай. Что там, социально расслабляйся. И хватит отдыхать, потому что отдыхать это такое дело. Если понадобится и отдыхать, идешь, пойдешь отдыхать будешь. Одна белка, агрессивно настроенный животный, говорит, напугала. Пельмешка, сейчас тебе не до отдыха, ты берешь и идешь строить, потому что строительство у нас сейчас в приоритете. Помимо
строительство в приоритете, то можно сейчас будет взять вот эти вот компоненты, их выкопать, потому что компонентов у нас сейчас очень мало, и они пригодятся. Тем временем перемешка добывает компоненты, а Ричи почти все изучил, ему буквально день остался. Полностью здорово, замечательно. Ты сколько тут, тебе 21 осталось? Да, замечательно. Ты уходи, конечно же, ты нам не нужна. В принципе, неплохо было бы, если бы ты присоединилась, но тем не менее. Уходи, что ж теперь. Не хочешь присоединяться, мне не надо. Разбираем, увеличиваем склад и продолжаем играть. А, пельмешка, иди забирайся с удовольствием, думаю, тебе сейчас это самое время. Пожар? Не понял прикола. Пожар так пожар. Пельмешка, иди доноси, говорю, последние компоненты, и тебе нужно будет доделывать садоводство. То есть собирать ресурсы. Ага. Давай с ней поговорим, может она что интересно скажет мне. Длинный лук, штаны и синка неплохо, думаю, продам. Потому что она мне совсем не нужна. Травы лекарственные, это все понятно. Ну, ничего, короче, интересного у тебя нет.